Ну и теперь чуть полегче. Управляющие конструкции цикла. Начнем с управляющих конструкций. Базовая конструкция if, мы ее с вами уже видели. Синтаксис ее какой? Начинается с ключевого слова if, после которого идет управляющий блок, в скобках которого любое булевое выражение, то есть любое в принципе выражение, результат которого будет булевое значение. Потом открываются фигурные скобки, в которых идет код-блок. Код-блок — это тот набор инструкций, который будет выполнен в том случае, если в управляющем блоке будет true. Работает как? Если в управляющем блоке true, выполняем код-блок. Если false, пропускаем код-блок и его не выполняем. Из особенностей. Код-блок. Если состоит из одной команды, фигурные скобки можно не ставить. То есть, если в код-блоке всего одна инструкция, фигурные скобки, ограничивающий код-блок, можно не ставить. Но по таким как неписанным правилам рекомендуют ставить его всегда, даже если в if одна инструкция, то считается, что так повышается читабельность кода. Фигурные скобки ставьте всегда, ну так код читабельнее. Ну и вот пример использования конструкции if. Наш метод goDown, в котором не хватало проверки достижения минимального этажа. И вот как бы он мог быть выглядеть, как бы он мог быть написан, если бы мы уже знали там на тот момент конструкцию if. If current flow равен min flow. Приехали, да, типа дальше ехать нельзя. Если current flow больше min flow, осуществляем движение вниз. Единственное, я вспомнил, что кое-что вам кое на чем не акцентировал ваше внимание. А именно вот у нас есть if, else, да? И вот здесь уже буду подсказывать двоечка. Как вы думаете, что плохо в этой двоечке? Ну, она вообще константа. Ну, что значит непеременная? Ну, так такая логика. Что всегда должна быть двойка. Есть у кого-то вот идеи, почему плохо, что двойка? И как исправить? Где такой хардкод есть понятие? То есть какой-то константой именованной. Тут самое главное, что вот эта двойка, она, ну, за себя ничего не говорит. То есть, что эта двойка делает? Да, какое значение она несет? Вот эта двойка с этой как-то связана или нет? Если я эту двойку буду менять, вот эту надо менять? А вот эту, ну эту понятно не надо. А вот эту надо менять. А может вот эту надо менять. Ну понятно в чем идея. То есть когда в коде встречается хардкод, непонятно с какими другими двойками оно связано и что это значение, ну для чего оно. Плюс если вы хотите поменять какое-то ограничение, его надо по коду искать. Поэтому хардкода
коде быть не должно. Их еще называют этот хардкод Magic Numbers. То есть магические числа, которые непонятно зачем и какой смысл несут. То есть, ну, кто-то говорит хардкод, в литературе еще встречается Magic Numbers. Но она работает будет? Да, это к оформлению. То есть это к читабельности. Скажем так, большая часть замечаний именно к оформлению, к написанию, к ну вот, к использованию каких-то там, ну дальше уже архитектурные пошли там вещи, паттернов, антипаттернов и так дальше. Что мы делаем? Рефактор, экстракт, констант. Что там у нас? Min name length. То есть минимальное допустимое имя. Во-первых, теперь она в самом начале класса. Если мне в этом классе надо будет поменять это ограничение, я просто зайду в класс, сразу увижу значение, поменяю его здесь, а внизу я даже в коде смотреть не буду. Даже смотреть не буду. Понятно? Хорошо. Что здесь плохо? Плохо здесь то, что у нас вот эти условия являются взаимоисключающими. Правильно? Ну, то есть не может выполниться два или не выполниться ни одного. То есть должно выполниться только одно. В любом случае. Но условия у нас два. Если одно из условий мы напишем некорректно, может получиться так, что будет выполняться или два, или ни одного. Поэтому вот тогда, когда у вас условия взаимоисключающие, надо использовать if-else. Когда отработает только одно условие. If-else с вами тоже рассматривали. Давайте его проговорим. То есть синтаксис какой? Начинается с ключевого слова if, потом идет управляющий блок, внутри которого любое выражение, возвращающее булевое значение. После управляющего блока идет код блок первый. После первого код блока идет else. После else идет код блок 2. Как работает? Если в управляющем блоке true, выполняется первый код блок. Если в управляющем блоке false, выполняется второй код блок. Здесь логика та же. Если код блок состоит из одной инструкции, фигурными скобками можно его не ограничивать. Но для повышения читабельности фигурные скобки пишите всегда. Неважно, одна инструкция или несколько. И вот пример прошлый уже с if-else. Переписанный пример с учетом if-else. Видите, условие одно. If current flow равно min flow, ехать нельзя. В противном случае едем else. Дальше есть цепочечный или chained if-else. Когда вы несколько if-else пишете в цепочку. Конструкция if-else может объединяться в цепочку для проверки нескольких булевых выражений. Особенность какая? Тут как бы следующий if-else вкладывается внутрь предыдущего else. Но фигурные скобки else не пишутся. Их можно написать, но мы их не пишем, потому что их потом будет очень много. И как эта конструкция выглядит? Начинается с ключевого слова if, после которого идет управляющий блок. Открывается код блок, ну, первый код блок. Первый код блок заканчивается, после первого код блока идет ключевое слово else, у которого нету фигурных скобок.
Хотя их тут можно написать, но их не пишут. Потому что вложенная if конструкция рассматривается как одна инструкция. Поэтому фигурные скобки можно не писать. И мы вот в этот else вкладываем следующий if else. И сразу же пишем if после else. Здесь уже свой управляющий блок, свой код блок, свой else. И так, ну, до бесконечности. Как работает? Заходим, проверяем первого ифа управляющий блок. Если он true, выполняем код блок 1 и выходим. Если он false, соответственно, идем в else, а в else уже свой if. Проверяем его управляющий блок. Если true, выполняем код блок 2 и выходим. Если false, идем в else. Если здесь опять if, опять проверяем. И вот такая цепочка может быть длинной. Последнего else может не быть. Понятно, как работает? Ну и вот вам пример вот этого if else. Для отображения количества дней в месяце. Months равно 10, то есть нас интересует переменная, ну, сколько дней в месяце, номер которого хранится в переменной months. В данном случае в переменной months хранится значение 10, вызывается метод calculateNumDays. И вот здесь if months равно 1, 3, 5, 7, 8, 10. Помните, как работает? То есть false, значит проверяем следующий. False, проверяем следующий. False, проверяем следующий. False, проверяем следующий. False, проверяем следующий. True. Условие выполнилось, значит следующего можно и не проверять. Значит все выражение true. Выводим вот эту строчку на экран. И выходим. Если бы у нас здесь был false, пошли бы сюда. Проверять дальше. Дальше пока бы не нашли true, либо не напечатали invalid months. Если ни одно из условий не совпало. Понятно? Дальше. Вложенные if else конструкции. То есть одна if else конструкция может быть вложена в другую if или else конструкцию. Например, здесь у нас идет проверка, закрыта ли дверь. То есть мы сначала проверяем, что current floor больше, чем min floor, можно ли ехать. Потом мы проверяем, что дверь закрыта, то есть не door open. И если оба этих условия совпало, осуществляем движение лифта, куда там мы его едем, вниз. Два комментария. Не увлекайтесь вложением конструкции в конструкцию. Считается, когда глубина вложения больше двух, уже начинает снижаться читабельность кода. Ну, я видел, как бы, библиотечный там код, написанный крутыми дядьками, где глубина вложения 8. То есть, если интересно, ну вот просто насколько это читабельно, смотрите. И есть такой класс, называется HashMap. Здесь есть метод put, по-моему. Put value. Смотрите, идет там if, потом else, в него if, else, for, if. То есть, ну, вот эту конструкцию попытаться отследить, как она работает. Такой трэш. Условия в условии, в условии, в цикле, в условии.
Но такое тоже бывает. Причем написано очень крутым дядькой. Где тут автор? Джордж Блох. Ну, там много книжек написал. Известный. Так. Поэтому сильно не увлекайтесь, но если надо, то надо. Плюс вот эту штуку можно как заменить? Два этих вложенных ИФа. Чтобы не сделалось. Чтобы два ИФа не писать. Что можно сделать? Логическое И. Один ИФ, два условия, между ними логическое И. При вложении, как я сказал, теряется читабельность кода. Вот вам специально код с нарушенным форматированием. Что будет на экране, выведено в результате его выполнения? Ну, смотрим. А равно 2. Условие выполнилось. Значит, А равно 2. Потом if B равно 1. А у нас 2. False. Смотрим скобки. Вот, значит, этот else относится к этому if-у. Значит, first else блок тоже будет выведен. Потом мы выйдем. Да. А тут? Что, тяжело в пятницу думать, да? Так же, как в первом случае? Да. А равно 2 и first else блок. Чтобы вам сложнее было. Второй else относится к первому if. То есть вот этот else к этому if, а этот else к этому if. То есть вот. Вот. Конструкция switch. Конструкция switch позволяет проверить значение переменной по множеству условий вместо использования множества конструкций if else. В отличие от if else, в switch нельзя использовать выражение, а только значение. Как выглядит? Какой синтаксис? Смотрите, начинается с ключевого слова switch, после которого идет управляющий блок, внутри которого располагается значение. Ну, располагается выражение, либо переменная, выполнение которой, или получение значения которой, выполнение выражения, должно вернуть один из поддерживаемых свичом типов. А свич поддерживает байт, short, int, char, string. Ну, еще и enumeration. По сути, сколько? 6 типов.
То есть switch может работать с шестью типами. Соответственно, вот эта вот переменная может быть лишь всего одним из шести типов, с которым работает switch. Здесь может быть переменная, может быть вызов какого-то метода, какая-то операция арифметическая. То есть здесь можно действие производить. После этого открывается фигурная скобка и начинается тело свеча. Тело свеча состоит из кейсов, значение которых сравнивается с вот с этой переменной. То есть кейс, потом идет литерал value. Кейс, литерал value. Кейс, литерал value. После литерал value идет двоеточие, после которого идет код блок, который будет вызван в том случае, если литерал value совпало с variable. Обратите внимание, вот здесь написано literal value. Это значит, что здесь может быть либо константа, либо непосредственно литерал, то есть цифра какая-то. То есть здесь переменную нельзя писать. Здесь только константы, либо непосредственно значение. Как работает? Приходим сюда. Заходим в switch и последовательно, по порядку, начинаем проверять кейсы с переменной. Если кейс с переменной совпал, ну, literal values с переменной совпало какого-то кейса, выполняем код-блок этого кейса, но выполняем до тех пор, пока не встретим break. А брейк является опциональным, то есть он может быть, а может и не быть. Если брейка нет, то мы выполняем код-блок следующего низлежащего кейса до тех пор, пока не встретим брейк. Может быть еще опциональный дефолт-блок. Дефолт-блок выполняется в том случае, если не совпал ни один из кейсов. Понятно? Ну вот пример с теми же месяцами. У нас теперь month 11. Причем обратите внимание, как здесь кейсы написаны. То есть switch, заходим в switch и проверяем значение month с кейсами. Причем смотрите, кейс 1, двоеточие. Вот как бы вот это код-блок. Его просто нет. Берем следующий кейс, 3, следующий 5, 7, 8, 10, 12. Ни один из кейсов не совпал. 2, не совпал, не совпал, не совпал, совпал. Выполняем вот эту строчку и по брейку выходим. Другая ситуация. Например, у нас здесь с вами будет, давайте, 7. Проверяем, не совпал, не совпал, не совпал, совпал. Начинаем выполнять код-блок. Он здесь пустой. Считаем, что выполнили, но брейка нет. Значит, идем выполнять следующий код-блок. Считаем, что выполнили. Следующий код-блок. Считаем, выполнили. Следующий код-блок. Выполняем. И по брейку выходим. То есть... Если бы мне надо было бы писать каждому кейсу тело, то я бы по сути бы вот этот кусочек кода должен был скопировать энное количество раз. А так я просто кейсы оставляю пустыми, брейки не пишу. Понятно? К вам вопрос, а что будет в результате выполнения вот этого кода? Что выведется на экран? Все? То есть 10, вот оно, да? То есть выполнится вот эта строчка.
потом выполнится вот эта строчка, потом выполнится вот эта строчка и вот эта. Все напечатается. Брейков нет. Вывод будет вот такой. Ясненько. Дальше. Тернарный оператор. Вопросительный знак, двоеточие. Я не понимаю, а что он напечатается, если оно не совпало в форме? А брейк? Так, ну, оно же не... Логика какая, смотри. А типа, мы... если оно совпало, оно будет дальше печатать? Смотри, мы, когда заходим в Switch, мы начинаем проверять кейсы. Мы проверяем значение кейса с значением управляющего блока. И мы на тело не смотрим, мы просто подряд проверяем все кейсы. Проверяем, нашли. После того, как мы нашли кейс-блоки, то есть после того, как мы нашли кейс, мы начинаем выполнять все низлежащие, вверх не идем, только вниз лежащие код-блоки, пока не встретим брейк. На кейсы внимания уже не обращаем. То есть мы вот это выполнили. То есть мы теперь выполняем весь нележащий код, пока не встретим брейк. Вверх не ползем, но все, что лежит ниже, выполняем, пока не встретим брейк. Встретили брейк, вышли. Кейсы уже не проверяем. Такая логика позволяет нам не дублировать код. Если для нескольких кейсов код один и тот же. Мы просто брейки не ставим. Дальше. Тернарный оператор является эквивалентом простого выражения if-else. То есть он позволяет проверить простые выражения. Он короче, чем обычный if, но и менее гибкий. То есть он имеет ряд ограничений, которые if не имеет. Какой здесь синтаксис? Вначале идет условие, после которого пишется вопросительный знак, после которого пишется значение, которое должно быть возвращено, если условие true, потом ставится двоеточие и указывается значение, которое должно быть возвращено, если в условии false. То есть значение для true, значение для false. Какие есть ограничения? Первое ограничение. Обязательно должно быть, что вернуть, если true, и что вернуть, если false. То есть должны быть возвращаемые значения для true и для false. Они не могут отсутствовать, они должны быть. И значение, которое это выражение вернет, надо куда-то передать или куда-то сохранить. Его просто нельзя оставить неиспользованным. Если вы их просто вот оставите неиспользованным, код не скомпилируется. То, например, можно проверить как. Что бы такого проверить? Ну, давайте мы имена проверяли. Задача какая? Помните, у нас было как? Если длина имени там больше двух, печатаем типа имя. Если меньше либо равно wrong. Сейчас напишу сразу неправильно, чтобы показать. Смотрите. У нас было как? Проверяем условия, да? Name length. Давайте его скопируем. Потому что, во-первых, name надо написать. Условие длинное. О,
Давайте его просто возьмем, скопируем и подправим. И покажу, где будут ошибки, если просто скопировать. Ну, просто if не пишем, да? Потом ставим здесь вопросительный знак. Потом ставим здесь двоеточие. И ошибка. Это тоже не надо. Почему ошибка, как вы думаете? Во-первых, я сразу две ошибки. То есть здесь две проблемы. Первая проблема. Я никуда не сохраняю результат. А вторая проблема. Результата нет. Смотрите, вот здесь должен быть результат. То есть, что вернуть, если true? Здесь должно быть, что вернуть, если false? Но я сюда поставил вызов метода, результат которого void. Этот метод ничего не возвращает. Соответственно, вот сюда ничего не попадает. Ему нечего возвращать. Здесь ничего. То есть метод отработал и ничего. Вернуть нечего. Сюда можно писать методы, но эти методы должны вернуть какое-то значение, которое мы ревернем как результат работы нашей конструкции. Как это переписать? Переписывается следующим образом. Мы берем systemout.println. Вот. Вот наше условие. Здесь пишем, что вернуть. А здесь тоже оставляем только что вернуть. Вот. Так. SystemOutPrintln. Проверка условия. Что возвращаем, если true, что возвращаем, если false. Ну, причем, в принципе, по-моему, это можно проверки эти условия писать и без круглых скобок. Теперь запускаем, проверяем. Name Коля. Ясно, как работает тернарный оператор, какие у него ограничения. И мы с вами переходим к циклическим конструкциям. Циклические конструкции в языке Java. В языке Java существует три основных циклических конструкции. While, for, у которого есть еще специальная форма for each, и do while. Давайте их и рассмотрим. Цикл while. Это цикл, который выполняется 0 или более раз в зависимости от значения логического выражения в управляющем блоке. Вот такой синтаксис. Начинается с ключевого слова while, после которого идет управляющий блок с булевым выражением, после которого идет код-блок, ограниченный, ну, код-блок внутри фигурных скобок. Как это работает? Приходим сюда. Проверяем условия. Если условие true, выполняем код-блок. После чего еще раз проверяем условия. Если условие true, еще раз выполняем код-блок. И опять проверяем. Если true, код-блок. И вот так вот циклически выполняем код-блок до тех пор, пока условие true. Как только условие становится false, мы из цикла выходим. Понятно? Последнее значение сохраняет. Последнее значение чего? Ну, оно что возвращает? Нет, оно выполняет код-блок. Код-блок может быть много команд, может быть одна команда. Просто какой-то набор команд выполняется, а значение тут в зависимости от того, ну, что там внутри. Оно не возвращает значение. Оно выполняет код, который внутри. Код может не возвращать значение, может возвращать значение, может инициализировать переменные, может вызывать методы. То есть здесь код, кусок кода программы. Вот. Не на
возвращает. Сама конструкция ничего не возвращает. Она просто выполняет код. То есть здесь, если код возвращает что-то, он последнее даже не зависит. Ну, куда-то может записать, да. Но тут сложно так сказать. Может быть любой код. То есть, ну вот, например, вот вам пример кода. Что будет в результате его выполнения? Это раз напишет. Да, то есть он выводит на экран Hello Thomas и увеличивает счетчик. Когда мы выйдем из вайла, у нас счетчик будет 5, а в консоли будет 5 раз Hello Thomas. То есть что-то он возвращает, ну не знаю, он переменную инкрементит и в консоль печатает. Ну, возвращает методы. А эта штука просто выполняет циклический какой-то набор инструкций. То есть может вернуть тот код, который мы в какой-то точке вызвали, в какую-то, то есть вернуть может метод. То есть когда мы метод в какой-то точке вызвали, и в эту же точку мы получили результат. Этот код мы не вызываем, он просто по следованию программы начинает выполняться, выполняется, и программа продолжается. Пример использования цикла for. Вот здесь поиск нужного этажа. Set floor, то есть desired floor 5, например, нам нужен пятый этаж. То есть ищем, хотим уехать на пятый. Current floor, например, у нас, не знаю, 2. А надо на пятый. 2 не равно 5. Значит, входим в цикл. Если current floor 2 меньше desired floor 5, true, условие true, делаем go up. Поднялись. Current flow стал 3, да? Опять true. True. Еще раз go up. 4. True, true. Еще раз. 5. 5 не равно 5. False. Вышли. Приехали. Цикл for. Это цикл, который выполняется 0 или более раз в зависимости от значения логического выражения. Состоит из трех элементов. Давайте эти элементы рассмотрим. Начинается с ключевого слова for, после которого идет управляющий блок. Внутри управляющего блока есть элемент инициализации. Что он делает? В нем обычно объявляются счетчики. То есть объявляются переменные, которые для цикла выполняют функцию счетчик. Ставится точка с запятой. После точки с запятой идет проверка условия, по которому for и работает. То есть по true он работает, по false мы выходим. После этого ставится точка с запятой и идет блок update. В блоке update обычно происходит обновление значения счетчиков. Ну, инкремент, декремент. Потом управляющий блок закрывается и начинается код блок фора. Как эта штука работает? Приходим сюда. Выполняем блок инициализации один раз. Здесь, в принципе, я же говорю, обычно объявление каких-то счетчиков. Но здесь может быть и вызов метода, и объявление двух счетчиков с инициализацией, и вообще он может быть пустым. После того, как выполнили блок инициализации, проверяем условия. Если условия true, выполняем код блок. После выполнения код блока делаем апдейт. В апдейте обычно происходит приращение или убывание счетчиков, но также здесь можно и вызывать методы. После того, как сделали апдейт, проверяем условия, если true, выполняем код блок. После код блока апдейт. И так до тех пор, пока в булеоне, в булевом, ну, пока в условии не будет фолса. Ну и вот пример все того же поиска этажа.
Искомый этаж 5, current floor 2, 5, 2 больше 5, false. Значит, идем сюда, wealthy 4, объявляем счетчик, да, инициализируем его current floor, то бишь 2. 2 не равно desired floor. Поехали вверх. После того, как проехали вверх, обновили счетчик, он стал 3. 3 это 5. Опять go up. Опять счетчик. 4. 4 не равно 5. True. Выполнили go up, increment 5. 5 не равно 5, false, вышли. Приехали. Понятно, как работает? Ну, особенности использования цикла for. Ну, давайте с вами что-то попишем. Смотрите, например. Десять итераций. Что будет в результате выполнения вот этого кода? От 0 до 9, окей. Вот. От 0 до 9. Например, я хочу вот здесь еще раз вывести J. Как вы думаете, а что сделать, чтобы, видите, ругается? Что ругается красным? Область действия, ну, переменная объявлена внутри конструкции for. И после того, как конструкция for отработала, ее уже нет. Область видимости J закончилась. Как сделать так, чтобы вот тут все-таки можно было ее напечатать? Объявить ее перед for'ом. То есть можем сделать вот так. А что в таком случае будет напечатано? То же самое и в конце ноты. Все согласны? Ну, проверяем. Последний. В конце 10. О, в конце 10. Почему? Вот 0 и 10. Счетчик стал 10. А? Счетчик стал 10. Угу. А потом вышло. Ну, мы напечатали 9, сделали 10, проверили условия, вышли и напечатали 10. Да. А как вы думаете, если сделать вот так? Что-то изменится? Ничего не поменяется. Потому что это отдельно стоящая инструкция. Она сама по себе. Это отдельная команда. То есть префиксная, постфиксная форма имеет
значение или влияет, или, ну как, отличается по выводу только в том случае, если она в каком-то контексте стоит, в каком-то выражении внутри, или как аргумент методу. А когда это отдельно стоящая команда, результат будет один и тот же. Ничего не меняется. Некоторые, знаете, вот так вот пишут, ну, такие маньяки производительности. Потому что вот так работает чуть-чуть быстрее. Почему? В таком случае хранится один результат, а в прошлом хранилось два. Тут старый результат не нужен. Потому что мы всегда оперируем новым. А когда у нас постфиксная форма, то надо хранить два. Старый и новый. Поэтому так чуть-чуть быстрее. Но это настолько чуть-чуть, что в принципе не принципиально. Окей. А вот так. После вывода системы ПНЛМ научение будет храниться? После каждого цикла, ну, допустим, было там один, потом стало два, и после выхода из блока системы ПНЛМ будет храниться два. Для того, чтобы не хранилось, вот эта штука должна быть объявлена вот здесь. Ну, понятно, она должна быть вот здесь объявлена. Такая, тогда каждый виток фора будет ее переинициализировать. А так как она за пределами, нет. Будет все работать. Ну, сколько будет? Смотрите, самый интересный момент. Ничего не поменялось. То есть три раза мы что-то изменили, а вывод тот же. Вот так. Нет. Кончились одинаковые варианты. Нет. Е9. Там. А? Смотрите. 2 раза 10. И с единицы. Нолика нет. То есть раньше мы сначала выводили, а потом увеличивали. А так как у нас здесь префиксная форма, мы увеличиваем и выводим новое значение. А когда у нас постфиксная форма, увеличиваем и выводим старое значение. То есть вот сейчас мы выводим новое. То есть у меня J был 0. Я пришел, проверил. Увеличил J до единицы и вывел единицу. А когда у меня постфиксная форма была, я увеличил J до единицы, но вывел старое значение 0. Поэтому они отличаются. Тут вывожу старое значение, а тут вывожу новое значение. Это про то, что в контексте отличается, а если отдельно стоящая инструкция, не отличается. Ясно? Ну, потом можно вот тут плюсы ставить. Можно вот тут. Ну, в любом месте. Надо просто просчитывать, что, куда, как увеличится. Понятно это? Так. Что-то я вот погорячился. Еще одна интересная штука. Бывает вот так.
вы думаете, что это? Бесконечный цикл. То есть каждый из этих элементов может быть пустым, но они должны все присутствовать три. По умолчанию здесь как бы true. Получаем с вами бесконечный цикл. Давайте сделаем вот такую штуку. Байт b равно 0. Sout b плюс плюс. Что будет в результате вывода? Цикл бесконечный. Мы начинаем с нуля. Да, вывели 0, 1, 2, 3, 4. И докуда мы так будем прирастать? Ну, пока не достигнем. Байт это 127. То есть не такой он и большой. Окей, дошли до 127. Что дальше? А заново это как? Ну, с какого значения заново? Минус. Ну, только там минус 128. А чё минус 128? Ну, позитивное число. Ну, так это оно влияет на 120 и 128 на положительное. Что-то оно не растет. Не зумируется. Ау. Тупит что-то. Хочу сделать побольше. Ладно. Почему вот так произошло? 127, а потом минус 128. Что такой переход произошел? То есть не смущает никого, было 127, стало минус 128. Смотрите, берем с вами байт. В байте пишем 127. Смотрим. Это 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Но в старшем разряде 0. Потому что число положительное. Теперь я беру и прибавляю. Плюс 1 равно минус 128, а в двоичном виде вот так выглядит. Я добавил единицу, тут были все единички, я добавил единичку, единичка ушла в старший разряд, а старший разряд это отрицательное число. И мы пошли опять по кругу. То есть вот почему замкнулось. Вот зачем понимать двоичную систему исчисления, чтобы понимать, что будет, когда у вас к максимально большому числу добавить единичку. Ладно. Никогда. Не, ну, когда там, не знаю, компьютер сломается. Не останавливается. А что ему останавливаться? Ну, никогда не останавливается. Пока вот будет электричество, будет работать. Следующий цикл получается сколько? Ну, я его сам остановил. Ну, если я его не буду останавливать, то так будет вечно. Ну, по кругу будет бегать и бегать. Ему, ну,
нет резона останавливаться. Поэтому его закомментируем. Потому что он не останавливается. Так. Пойдем дальше. Цикл do while. Это цикл, который выполняется один или более раз в зависимости от значения логического выражения в управляющем блоке. Синтаксис. Синтаксис, смотрите, какой. Как-то оно плохо увеличилось. Вот. Начинается с ключевого слова do, после которого открываются фигурные скобки, идет код-блок. То есть нет управляющего блока. Сразу код-блок. После код-блока идет ключевое слово while, после которого идет уже управляющий блок. То есть получается как? Мы пришли, выполнили код-блок, потом проверили условия, уже после того, как выполнили. И если условия false, вышли. Если условия true, еще раз выполнили код-блок. Поэтому эта конструкция выполняется один или более раз. То есть один раз она в любом случае отработает. Может больше. Ясно? Ну, пример такой же, как и с while. Нет смысла его просматривать. Дальше. Вложенные циклы. То есть циклы бывают вложенными. А кто мне скажет, а какой самый распространенный пример использования вложенных циклов? Где чаще всего их используют? Ну, такой классический. Смотрите, если требуется выполнить итерации по разным переменам, разное число раз, можно воспользоваться вложенными циклами. Когда у нас есть два счетчика, и нам надо разное количество раз, работать с этими при переборе элементов массива. То есть, ну или матрица. Да, то есть, ну, массив бывает одномерный, двумерный, n-мерный. То есть двумерный массив, да, классический, или матрица, где у нас есть строчки и столбцы. И нам надо перебрать все элементы. То есть у нас за строчки отвечает один индекс, за столбцы другой индекс. Соответственно, перебирая все строчки, нам надо перебрать все индексы строк и все индексы столбцов. Ну, давайте напишем. В нашем случае будем просто на экране рисовать матрицу. То есть не перебирать ее элементы, а рисовать ее элементы. Берем for. Но я хочу и. Но смотрите, так как у меня уже и есть, я ее повторно объявить не могу. Видите, ругается. Но я могу ее обнулить. Я ее не объявляю, я ее обнуляю. Говорю, что у меня пусть будет там 5 строк. То есть вот этот for будет перебирать строчки. И для каждой строчки я должен перебрать все столбцы. Вложенный должен быть for, который будет перебирать мне столбцы. А я тут тоже хочу вот так. И пусть их будет 7. А, смотри, что-то не хватает. Вот. Теперь вопрос.
Давайте System Mount. Давайте напишу, скажите, что неправильно. M это будет префикс для элемента матрицы. Здесь будет плюс и плюс. Это будут индексы. Окей. Напечатается матрица или нет? А что напечатается? Столбик. Как исправить? Не, это будет столбик. Но ln перевод каретки. А так что будет? А так будет строчку все. То есть после этого фора делаем просто println. Правильно? Ну и чтобы оно не слиплось, давайте еще тут добавим пробельчик. Просто слипнуться. Запускаем. Вот наша матрица. То есть первый for отвечает за индексы строки. То есть вот он выбрал 0 и вот пошли. 0, 0, 0, 0. А второй for вложенный отвечает за столбики. 4, 4, 4, 4, 4. Понятно? Вот вложенный for как раз и перебирает. Рекомендации по использованию цикла. Смотрите, используйте цикл while, если вам нужно какой-то набор итераций выполнить 0 или более раз. Ну и да, кстати, циклы взаимозаменяемые. То есть вы в любом месте с очень большой долей вероятности сможете использовать любой из трех циклов. Любой из трех циклов может решить одну и ту же задачу. Но одними циклами удобнее пользоваться в одной ситуации, другими удобнее в другой ситуации. Так вот, рекомендации. While используйте там, где какой-то набор инструкций надо выполнить 0 или более раз. То есть до достижения какого-то события вы выполняете цикл. Do while используйте в том случае, если какой-то набор инструкций надо выполнить один или более раз. То есть один раз и до достижения какого-то события. For используйте в том случае, если какой-то набор инструкций вам надо выполнить заданное количество раз. То есть 50, 60, 20, 15. Понятно? Но опять они взаимозаменяемые. Это просто где и как их удобнее использовать. Но так в принципе каждый друг друга может заменить. Дальше. С циклами есть такие инструкции, как break и continue. Что это значит? По брейку из цикла можно выйти. Например, я говорю, если давайте перед. Если, например, J равно 4 break. То есть мы по брейку выходим из цикла. Как изменится мой вывод? До 4 что? Не. 400. Да, то есть инструкция break прерывает выполнение цикла. У нас будет 4 столбца. Да. Строчки будут все, но столбца будет 4. Вот он. Обрезали. То есть как только доходим до 4 столбца, по брейку выходим из цикла,
который перебирает столбцы. Бывают континиум. Континиум пропускает текущую итерацию. Что в этом случае будет? А? Да. Столбец 4 мы пропустим. Ну, нет его. Бывает еще брейк с меткой. И этой меткой мы можем пометить цикл, к которому применить брейк. Если раньше я брейк применял к тому циклу, в котором он находился, то теперь этот брейк будет применен к тому циклу, которым помечена метка. Ну, брейк, конечно, должен быть внутри цикла, который мы помечаем, меткой. Что будет в этом случае? На четвертой строке. Да, и все. И на этом наша работа закончится. Ну, цикл. Во, все. Нет больше. Бывает еще вот так. Вот это самый интересный вариант. Попробуйте его просчитать. Такой вариант уже был. Ну, не, я запущу, но мы continue применяем к другому циклу. Поэтому вряд ли будет такой же вариант, как в прошлый раз. Может, каждый четвертый? Получается 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, нет. Пошло дальше, 4. Давайте смотреть. Получается, не понял. То есть, что делает континью? Континью пропускает низлежащие итерации цикла, к которому он применен. То бишь, вот, я же континью к этому фору подприменил. Значит, все, что лежит ниже этого континью для вот этого фора, пропускается. То есть, я пропускаю и печать, и перевод каретки. И, соответственно, вот этот цикл заканчиваю. Получается у меня 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Ясно? Ну, все. Вопросы? А? Но это такие тонкости, на которых просто надо набивать руку. То есть практика, да. То есть, ну, это то, что в теории вы не выучите. Ну, то есть, да, вы можете посмотреть, вроде понять, но через неделю уже будет
будете путаться, через 2 месяца скажете, блин, а какой тут синтезис, а что куда там идет? А? Это просто как бы, ну, на практике, работая с циклами, будете как бы, ну, натренируетесь. То есть пока там 100 циклов не напишете, будете путаться. Тем более вот у вас домашка есть на следующий раз. Вот там и циклы как раз, и потренируйтесь. Следующее занятие — практика. Не, ну а что, у нее задача бесконечно что-то печатать. Она бесконечно это печатает. А если, например, бесконечно печатает, ну, как бы вайн делает, где-то минуса, то как бы от минуса 27 до 128. Можно ли написать, что если выпадет 120, сколько там остановить? Можно. Ну, это же условие обычное. То есть, ну, это как бесконечный цикл, из которого можно выйти по условию. То есть брейки вышел, да. То есть так и надо делать. То есть бизнес-логика, бесконечный цикл, из которого выходят. Не в условии пишут, когда выйти, а внутри цикла выходят. Ну, просто так бизнес-логика получается удобно. Но обычно тогда пишут просто while true. Бесконечный цикл по вайлу, а не по фору без этих, без внутряна шагов. Обычно пишут while true и бесконечный цикл, а внутри где-то break. Ну, мы с таким с вами столкнемся, но в следующем курсе, когда будем... Не в следующем, в этом. В этом курсе, когда мы будем с эксепшенами работать, у нас там будет бесконечный вайл с брейком внутри. Но там эксепшены будут. То есть там посмотрите другая. Ну, почему так удобно. Еще вопросы? Практики можете сказать, лучше сказать, свобода. Ну, я считаю, да. То есть, кто может прийти с ноутбуком, приходите с ноутбуком. Кто не может, здесь есть компьютер. А какую среду программирования? Ну, я, мне идея больше нравится. А несколько можно стоить? Да. У меня 3 идеи когда-то стояло. Они все на Java, они друг другу не мешают вообще. Они в реестр почти не лезут. Но оно тоже бесплатное, да? Ну, там есть комьюнити бесплатное, а Enterprise... Да, не Enterprise, но Ultimate называется. Она платная. А мощность машины вообще, ноутбука? Рекомендую для программы. Тут кому насколько быстро хочется, чтобы работать. Ну, двухъядерный нормально, в принципе. Там больше, по-моему, упирается он не в процессор, а в оперативку и в жесткий диск. Процессор ему не сильно принципиально. Ну, там оперативка, не, ну... Читал минимум 128, да, какие-то требования к 8. 128 чего? Не добавить. Да не, 120. Ну, идея гигабайт сожрет. То есть, где-то так. Ну, могу. Ну, блин, винда наш неправду показывает. Показывает 7 занято. Ну, там, половину в резерве. Ну вот 1,2 гигабайта ест. А процессор она не сильно грузит. Так.
Давайте на этом тогда сегодня за